На необычной экскурсии по производственному объединению «Старт» побывали около 40 юных зареченцев. Акция «Новый год у мамы с папой на работе» проводится впервые. Ее инициатором стал генеральный директор предприятия Сергей Юрьевич Байдаров. Именно он предложил организовать для детей экскурсию, на которой бы они смогли поближе познакомиться не только с работой родителей на заводе, но и увидеть своими глазами деятельность градообразующего предприятия. Родители всегда мечтали показать рабочие места своим детям. И хотелось бы детей познакомить с тем, чем родители занимаются и как это важно для города. Для ребят, которые поучаствовали в этой уникальной экскурсии, была разработана программа, в которую вошло посещение музейно-выставочного комплекса и 1-го и 34-го цехов. Знакомство с производственным объединением началось с посещения музейно-выставочного комплекса. Мощность вот этой вот, будем говорить, головной части 25 мегатонн. Чтоб вам было понятно, это 25 миллионов килограмм тротила. Вот тротил есть такие обыкновенные маленькие шашечки, там 100-граммовые, будем говорить, там тоже очень большой взрыв. А это 25 миллионов килограмм тротила. Юным зареченцам рассказали много интересных фактов из истории предприятия и о человеке, чье имя неразрывно связано с историей города и завода, первом директоре Михаиле Васильевиче Проценко. Мне очень понравился этот музей, и хорошо, что у меня мама в этом работает на этом заводе. Мне понравился выставочный комплекс. Здесь хорошо рассказывают. У меня здесь работают мама и папа. Но самым ярким событием для школьников стало посещение зала вооружений и военной техники и зала с гражданской продукцией. Из рассказов экскурсовода ребята узнали о том, что выпускает завод для страны. Большое впечатление на детей произвели ушедшие в историю боеголовки, которые дали представление о мощи и силе нашего государства. Меня этот музей очень, восхитил, потому что здесь очень красиво, особенно меня вдохновили ракеты. Наши родители работают в 34-м цехе, и мы гордимся ими. Мне понравилось тут еще гранатомет. Я думала, они не настоящие, но когда я приблизился, они были настоящие. Еще понравились ракеты. Завершающий этап экскурсии прошел в сердце предприятия, в производственных цехах. Примечательно, что многое детям рассказывали сами родители. Ребята узнали, на каком оборудовании работают их мамы и папы и насколько важна их деятельность для завода. Это мероприятие наверняка запомнилось каждому ребенку. И после увиденного на экскурсии дети могут по праву гордиться своими родителями. В цехе запомнился фрезерный станок, токарный. Как люди проверяют точность сделанного. Эта экскурсия не оставила равнодушным ни одного ребенка. И, возможно, посмотрев сейчас, как трудятся их родители на градообразующем предприятии, в будущем юные зареченцы вернутся сюда уже в качестве работников.